прежде всего, моему Гурупада Падме, Нитилила Правишта Омвишна Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат, Бхакти Шри Рупи, Сиданти Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечное саштанга Надават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гурупада Падме, Нитилила Правишта Омвишна Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат, Бхакти Виданти, Шрили Нарайни Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавов принять мои поклоны. Харе Кришна. Прабхупаде задали вопрос. Какой способ достичь Бхагавана? То есть, как мы можем прийти к Господу? Прабхупада ответил, цитата, что нитья дхарма живых существ — это сева Бхагавана. Что является вечной обязанностью души? Только одно — служить Бхагавану. Посмотрите, в этом мире, если вы хотите кого-то порадовать, как вы это делаете? Благодаря служению. Нет другого способа. Например, муж работает и зарабатывает деньги. Но кому он их отдает? Кому? Жене. В Индии принято, что жена распоряжается финансами. И если муж придет к жене, попросит 100 рупий, она спросит, а зачем тебе 100 рупий? Что ты будешь делать? Возьми вот столько, возьми не 100 рупий. Вот посмотрите, зарабатывает муж, но распоряжается жена. Почему? Потому что она служит ему. Поэтому муж отдает ей все заработанные средства. Потому что именно жена заботится о доме. И жену именуют воплощением Лакшми, богини процветания. Как же это возможно, что жена всем распоряжается? Благодаря служению. Другой пример. Меня вез преданный, и ему позвонила жена. Начала расспрашивать, где ты, что делаешь, когда вернешься домой. И ему пришлось даже показать меня на видео, чтобы жена успокоилась, что он занимается не неблаговидными поступками, а меня везет. Я спросил, почему так происходит, почему она постоянно контролирует. И он ответил, что раньше я пил, курил, но жена очень строгая. Она не позволяет мне скатиться вниз. Она не позволяет мне пьянствовать. Поэтому она постоянно спрашивает, где я и что делаю, чтобы я не пошел по неправильному пути. Если я делаю что-то не так, она спасает меня, помогает мне. И поэтому я принимаю ее покровительство. Почему я прислушиваюсь к ее словам? Потому что я знаю, это для моего же блага, чтобы я не пошел неправильным путем. Поэтому я слушаю то, что она мне говорит. Итак, как мы радуем других? Благодаря служению. Жена делает все, готовит, кормит, гладит белье. Поэтому муж доволен ей. И благодаря ее служению дает ей все заработанное. Цитата. Подобным же образом и Господь доволен служением души, когда душа, словно благочестивая жена, которая служит мужу, когда душа также служит Господу, она подчиняет его себе благодаря своему служению. И поэтому служение Господу является нитья дхармой, вечной природой души. Никакой другой дхармы для души не существует. Савайпам сам парод гармо. Цитата. В этом мире есть много разных обязанностей, но что является высшей? Я то бхактир адхокшаджи.
то, что позволяет развить прему, любовь к Господу. Это является высшим. В этом мире у нас много есть разных задач. Например, следить за женой, детьми, заботиться о них. Но это наша обязанность, картавья, это не наша дхарма, не наш вечный долг, потому что мы Ишвара Амша, частички Амша Господа. Поэтому наш высший долг — служить Ему. Только это наша вечная дхарма и ничего более. Цитата. Но дживы чем занимаются? Погружаются в мирское место служения Господу. Однако в этом мире все подвержено творению, существованию и разрушению. Сначала что-то рождается, существует некоторое время, и затем разрушается. Господь сам сказал, сотворив этот мир, что Он Дукхалаям Ашашватам, исполнен страданий и не вечен. То есть Он Анитья, не существует всегда, Он разрушается. Однако, цитата, души принимают вечное за невечное, и наоборот. И ищут счастье там, где его нет, поэтому встречают только беды. То же самое на другом языке. Жители Земли принимают вечное за невечное. И то, что анитья, невечное, считают вечно существующим, а действительно вечным пренебрегают. Кроме того, души ищут счастья здесь. Они хотят радости, но что встречают? Беды. Почему? Объясняется в первой шлоке Брахма-сутры. Адхато Брахма-джигьяса состоит из трех частей. Адха, Атаха, Брахма-джигьяса. Адха означает, что дживы всегда ищут счастья. Они ищут счастья и умиротворения. Такова их природа. Почему? Потому что дживы — частички Господа, а Господь — воплощение блаженства, поэтому и души всегда стремятся к радости. Но где они ищут? Атаха — вторая часть. Там, где не нужно искать, в неправильном месте. Пример. Одна женщина на дороге что-то искала. 2 часа потратила на то, чтобы найти то, что потеряла. Искала под фонарем. Кто-то спросил ее: «Матушка, что вы делаете?» Она сказала: «Я потеряла иголочку». «Иголочку потеряли?» «Да». «И где потеряли?» «Дома». «Так если дома потеряли, почему вы здесь ищете на улице?» «В доме и ищите. Там, где потеряли. Почему здесь ищете?» «О, точно, правду ты говоришь», — сказала женщина. «Действительно, не тут нужно искать». Значение следующее. В чем причина наших страданий? Кришна Боли Саяджива Анади Бахирмокха. Причина наших страданий только одна. Мы с незапамятных времен забыли Господа, отвернулись от Него. Из-за этого мы упали в маю и здесь страдаем. Не служим Господу, не хотим этого. Хотя мы являемся детьми Бхагавана. Мы служим майе, а не Ему. Поэтому Господь и позволяет нам: «Ну, посмотри, какое здесь счастье? А какое здесь счастье? Его здесь нет». Так же, когда выжимают сок из сахарного тростника, выжимают раз, затем еще раз выжимают, так 5-6 раз, пока не убедятся, что сахарный тростник полностью отдал весь сок, и тогда, как бесполезный, его выбрасывают. Подобным образом происходит и в этом странном мире. Когда к вам выражают любовь, когда у вас что-то есть? Такой странный мир. Поэтому Адхато Брахма Джигьяса, где же найти истинное блаженство? Нужно искать в изначальной причине, то есть у лотосных стоп Бхагавана, а не в майе. Нужно предаться лотосным стопам Бхагавана, сказать: «Excuse me, Господь, прости меня. Я забыл Тебя, отвернулся от Тебя, но, пожалуйста, сейчас даруй мне прибежище у своих лотосных стоп». Только это следует сказать, и Господь сразу же
посадит вас к себе на колени. Итак, мы оставляем истинное, принимаем прибежище у ложного, поэтому и страдаем, и встречаем беды вместо радости. Но разумные люди, благодаря садусанге, понимают, что Ашок, Абхай, Амрита можно найти у лотосных стоп Бхагавана. Перевод того же самого на другой язык. Дживы, понимая, что в этом мире только страдания, задумываются и понимают благодаря садусанге. Что понимают? Поется в баджане Бхактивинода Тхакура. В этом баджане Бхактивинода Тхакур поет «Ашок Абхай Амрита». Доступно где? Лотосный стоп Бхагавана. Ашок означает отсутствие трудностей, проблем. Абхай – бесстрашие. Амрита – нектар. Где все это? У стоп Бхагавана. Томара Чаранадвай. Тахана Акхана Вишрама Лобхия. Когда мы принимаем прибежище у лотосных стоп Бхагавана, то нет никаких печалей, когда мы предаемся Господу. Чарина Бхавира Бхай. Поэтому, когда мы принимаем прибежище у Господа, то испытываем вечное блаженство. Целью живых существ является служение Радхи Говинды. Таково назначение. Это Паракаштха, самое высшее для души. Это как садхья, процесс служения, так и лакшья, цель жизни. Цитата. Чайтанья Махапрабху ради чего не зашел в этот мир? Чтобы даровать это служение. В одном из баджанов поется «Джив-джага, джив-джага, гора Чандраболи». Махапрабху поет. Сколько можно спать в объятиях леди Майи? Просыпайтесь. Я пришел, а вы спите. Что значит спите? Находитесь в объятиях леди Майи. А проснуться означает начать совершать баджан Бхагавану. И Господь будет нас от этого состояния сна. Он взывает, пожалуйста, проснитесь, обратитесь к истине. Господь говорит это, просит нас совершать баджан. Ведь когда мы находились в утробе матери, мы обещали совершать преданное служение. Однако затем родились и забыли об этом. Далее цитата из баджана Джив-джагу. Господь говорит, что Он принес для нас очень сладкое лекарство, которое может излечить все болезни. Какое же это лекарство? Харинама Махамантра. Святое имя. Самое сладкое лекарство. Обычно лекарство горькое. Мы стремимся быстрее проглотить его и запить, чтобы не почувствовать его неприятный вкус. Однако Харинам не такое лекарство. Оно очень сладкое. Мадхурам, Мадхурам этат, Мангалан, Мангаланам. Оно слаще сладкого и благоприятнее благоприятного. Необычайно прекрасное лекарство. Поэтому Рупа Госвами говорит «Тунда танда венератим витамоте». Цитата. Шлока о славе святого имени.
карне буде спріха. Рупа Госвами прославляет Святое Имя. И ругает при этом Брама, говоря, что Брама не умеет творить, потому что Харинам, Кришна, эти два слога содержат в себе столько сладости, что невозможно это выразить словами. Почему же Брама даровал всего один язык, чтобы повторять Харе Кришна Махамантру? Хочется иметь бесконечное количество языков. Акарна Крада. Когда Святое Имя касается ушей, возникает вопрос, почему Творец даровал всего два уха? Ведь их недостаточно, чтобы вкушать сладость Святого Имени. Хочется иметь миллионы ушей, миллионы уст, чтобы наслаждаться Харинамом. Далее разбираем баджан. Бхактивинода Такур поет: «О Прабху, я припадаю к твоим лотосным стопам и прошу даровать мне эту Харе Кришна Махамантру, которая является высшим совершенством». Итак, Махапрабху ради чего не зашел? Есть четыре причины. Сколько причин? Четыре. Первая из них — установить Юга-Дхарму, Кали-Юга-Дхарму, Нама-Санкиртану. Ведь именно воспевание Святого Имени является долгом душ в Кали-Югу. Ради этого Махапрабху нисходит, чтобы установить Кали-Юга-Дхарму. Цитата. И нет другого прибежища, нет другого способа достичь совершенства, обрести Ашок Абая Амрита, кроме Святого Имя, Кали-Йога Кевала Нама Адхара. Цитата. В шастре говорится Хариарнама, Хариарнама, Эва Кевалам. Цитата. Говорится трижды: только Харинам, только Харинам, и нет другого пути, нет другого пути. Нет другого пути. Почему трижды говорится? Во-первых, то, что повторяется трижды, акцентируется. Это является истиной. Вторая причина. Дживы Кали-Йоги с первого раза не понимают. Они не слушают, поэтому им нужно несколько раз повторять, чтобы не забыли. Кто-то думает, нужно еще чем-то заниматься, но нет. Трижды утверждается в этой шлоке только Харинам. Хануман чем занимается? Повторяет Святое Имя. Ханума Ашива. Панчамок Харам Нам Гана Трипурари. Повторяет имя Господа Шиваджи. Махамантра Джападжи Джапата Махеша. Госвами Туласи нас описывает. Цитата. Почему Шанкара любит Парвати? Госвами Туласи нас объясняет. Объясняет, почему Парвати сидит на коленях у Шивы, потому что Шанкара очень любит тех, кто повторяет Святое Имя. Он приносит поклоны тем, кто хотя бы раз повторит имя Господа, а те, кто постоянно воспевает Святое Имя, как Парвати, он сажает ее на колени, потому что она всегда воспевает имя Бога. Ганеш почему является тем, кому поклоняется первым? Благодаря тому, что он понимает славу Святого Имени, поэтому он Пратма Пуджао, тот, кому воздает служение первым. Насколько же люди прославлены, как Друва Прохлада, настолько, насколько они понимают славу Святого Имени. То уважение, которое можно обрести благодаря воспеванию Святого Имени, не сравнится ни с каким другим почтением. Цитата. Поэтому нужно должным образом воспевать Святое Имя. Оно является подлинным богатством. Накапливаете это настоящее богатство. Повторяйте Харинам. Хари, Хари, Бал.